Борцы из 17 стран оспорят награды 50-го турнира по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Соревнования пройдут с 1 по 3 мая в одноименном дворце спорта в Каспийске. О подготовке к ним говорили сегодня на пресс-конференции Минспорта Республики. Подробнее Курбан Рагимов. 500 тысяч рублей за победу и пояс чемпиона. Такими призовыми сегодня не может похвастаться ни один международный турнир. До начала юбилейного Алиевского остается ровно неделя. Организаторы уверены, соревнования пройдут на высшем уровне. Этот турнир, набирая свои обороты, и как 50-й юбилейный, не готовимся к этому турниру. Делаем, чтобы турнир прошел на высоком уровне, чтобы он был впечатляющим, чтобы о этом турнире говорили наши гости, участники, и все, кто бы не приехал, не посетил наш Дагестан. В этом году турнир удачно вписался в календарь борцов. Ожидается, что местную публику своим выступлением порадуют почти все лидеры сборной Дагестана. Пропустит старт только Гаджи Магомедов под вопросом участия Садулаева. В заявках от зарубежных команд есть именитые вольники из Азербайджана, Кубы, Турции, Индии и других стран. Естественно, на этом турнире вся сборная команда Дагестана будет в своем первом составе принимать участие. Есть травмированные ребята, но, в принципе, любители спорта, это уже знают, то азербайджанская вся команда первая, в том числе олимпийский чемпион Шариф Шарипов будет принимать участие. Потом я российский Аслан Рамонов из олимпийских чемпионов. Захватывающих, интересных для зрителей, для болельщиков схваток будет очень много. Призовой фонд юбилейного турнира станет рекордным. Победители и остальные медалисты распределят между собой по 1 миллиону рублей в каждом весе. А в категории до 57 килограммов, близкой к той, в которой в свое время боролся сам Али Алиев, будет разыгран автомобиль. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.